Надувные стены и потолок, компрессорное нагнетание воздуха, искусственный лед. Еще не так давно это было из области фантастики, сегодня реальность. В лесопарковой зоне Пышки появилась необычная конструкция. С виду напоминает дирижабль, а внутри простор для хоккеистов и конькобежцев. Площадь в 1800 квадратных метров практически вся отдана под ледовую арену. Всесезонный каток обошелся областному бюджету в 24 миллиарда рублей. Возводил воздушную махину Гроднопромстрой по аналогии с уже существующими в России и Украине. К слову, наш город стал единственным белорусским обладателем подобной площадки. Эта площадка, она, конечно, позволит расширить применение этих видов спорта и позволит дать возможность большему количеству населения приобщаться к спорту. И действительно, здесь вот мы можем и воспитывать будущих чемпионов наших, нашу молодежь. Поэтому мы будем продолжать эту работу. Я надеюсь, да убежден, что мы каждый год будем открывать аналогичные спортивные объекты. Необходимость открытия второй хоккейной площадки назрела давно. Ледовый дворец не вмещал уже всех желающих приобщиться к спорту. Теперь же есть возможность разделить два льда. Один профессионалам, второй начинающим и любителям. На самом деле лед здесь ничем не отличается от того, что в Ледовом дворце, разве что экономичнее. А бороздить его будут как начинающие хоккеисты, так и заядлые любители массовых катаний. Комплекс спортивно-оздоровительный предназначен для тренировок, будем говорить, будущих хоккеистов. 2005, 2006, 1996, 1998 года. Массовое катание, может быть, будет предусмотрено, но только когда будут каникулы детей. А так основной только для ребятишек. Народе новомодную конструкцию уже окрестили ледовиком. Если надувная площадка приживется в Гродно, такие катки начнут возводить и в районах. Галина Давыдик, Сергей Печерица, новости Гродно+.